Снимаю, но достаточно. Вот так достаточно будет? Да. Лас алмаз, типа. Ты будешь мою ногу прищурупливать? Сейчас не дам, тебе сюда. Входи. Тут происходят какие-то странные вещи на Сен-Мартене. Нам опять отдали бесплатно якорь. Это брюс 30-килограммовый. И выглядит он весьма... Никита, бери, пожалуйста, голову. Весьма он выглядит. Хороший якорь. Ты не упади с ним за борт. Это прям то, что нам надо. До этого нам отдали... Мне очень нравится крыша. До этого нам какой отдали, я забыла? Дельта-20. Дельта-20? Или 25, или 20. Но он мелковат, да? Ну, мелковат, да. Он прям даже для ложа маленький. Mm. А теперь брюс 30. Да. У нас их два брюса 30. У нас сейчас 4 якоря. У нас сейчас вообще, в принципе, больше 10 якорей. Почему 10? Потому что у нас только 3 в воде. Здесь 6, наверное. Короче, какие-то мы якорные магнаты. Да. Зачем нам столько якорей? Мы же так утонем. Больше якорей. А только к хорошему быстро привыкаешь. Уже скакать по лагам вообще не прикольно. Ну вот, получился вот такой пол. В целом он смотрится более логично, как продолжение вот этого. И мне так даже больше нравится. Потому что вот это было как-то похозновато, на мой взгляд. Все больше и больше напоминает баню, конечно, но... Вы не поверите, но мы видим редкие кадры, когда отдыхает Денис. Не лыбьте, кадр портишь. Откуда плавно переходит в общение? Общением называется стёртые формы кровной дружбы в конце 19-го, начало 20-го столетия. Дениски спят, ну какая мерзость, прекрати. Не рулят? Уже всем надоело. Окей, ну ладно, потом расскажешь. Сейчас прям мель. Ее надо обходить, прижимаясь ближе вот к этим лодкам. В прошлый раз мы, когда лодку загоняли, мы сели тут на мель. Но видно. Возьми камеру, поснимай со стороны. Итак.
Итак, резюме. Мы встали на якорь, шли под моторами. Дэн резюмирует. Давай, громко. Так, рулить моторами вообще не получается. Вообще не рулит. Слишком близко они к центру стоят. Вот если бы на балку их назад еще перенести, тогда бы рулили бы. Но мы этого делать не будем. Ну, рулевое с моторов убираем. Делаем рулевое на рули. Все как надо, все как положено. Моторы просто ставим по центру. Вот, но ванна это рулит очень хорошо. Она хорошо закрепляет. Не заплёстывает, уплотняет воду под ними. Воздух вообще не цепляет моторы. Все время едут без вот этих вот, без кавитации. Очень хорошо. Я очень доволен. Мне главное было кавитацию убрать. Все остальное у меня... А эти, смотри, решили свалить. Они охренели от твоего маневра, как ты между лодками там зигзагом ходил на такой кораблядине. Такие, да ну нафиг. Либо им сказали, что там чел пришел на воруме, он жужжит постоянно. Они такие, ну нет, пойдем-ка мы отсюда. Значит, я не вижу. Заходит лодка на якорь, а здесь непонятно, что с глубиной. Здесь есть прям сильные отмели, и вон у людей на мачте стоит вперед смотрящий и кричит им там. Лево-право, лучшая навигация, я считаю. Юпи! Настоящий моряк. Как он клево, без страховки, без всего, такой жив и съехал. Мы наконец-то на якоре, нас наконец-то продувает откуда надо, свежим ветром, покачивает так слева направо. Качка какая-то совсем другая, не как на лодке. А еще мы вчера сделали вот этот тент, натянули. Он был здесь с катамараном, делался на бум. Мы его сделали вот на этот каркас. И скорее всего, крыша так и будет из ткани. Просто мы купим новую санбреллу, закажем. Натягиваться санбрелла, там она будет чуть подлиннее, не до конца, но там, чтобы продувало. И здесь тоже будет какие-то, либо как стенка такая на зиперах, либо может туда будет вперед натягиваться под уклоном. В общем, ну прям взял жопой, прошел перед камерой. В общем, посмотрим. Но как-то так прям хорошо теперь здесь, тенек. Лаунчерия. Говори, говори. Так, ну что, навигация в лагуне Сен-Мартена есть, во внутренней лагуне. Вот мы притащили сюда нашу лодку, у нее осадка 2 метра. На некоторых картах просто написано, что там впритычку этот канал. Ничего, нормально, вон прошли. Рано я обрадовалась, все-таки сели они там на мель. Никита вроде их сдернул вингарем. Хотя непонятно, это ни черта. Еще дождик заморосил. Пора почистить комаран. Ты ушел бы, да, отсюда?
непонятно ни хера. А что это тут день делает? А он опять пилит дырки. Что там? А, ну бывает. Вообще это будут отверстия, через которые будет проходить спасательная шпилька. И сюда уходить в мачту. Насквозь и сюда это... Ой-ой-ой-ой-ой. Денчик, так-так. Рано вытащил. Рано вытащил? Окей. Я в последнее время предельно осторожен. Предельно осторожен? Давай, покажу. Пили, давай, мне нужно собрать сегодня эту фигню. Как там про согласованные руки показывают? Я включила. Я думаю, что вот при такой работе должны быть руки согласованы. Другой давишь. Видимо, у тебя норма согласована. Фил сидит, общается с помидорами. Можем с полным основанием говорить. Так сидишь, Филька, что тебя не видно. А, ты их только не сломай, ладно? А то там одна веточка с цветочками, почему-то это... Нету там нескольких цветочков. Он тебе отвечает? Да. Что говорят, когда вырастут? Они говорят, вырастут, когда от солнца напитаются энергией. Серьезно? Да. Они вырастут, когда от солнца напитаются энергией? Да. Тебе так помидорки сказали? Ну-ка, еще раз покажи, как ты с ними общаешься. Так, Филипп общается с помидорками. Великолепно, Филипп. Дэн тут сделал кисточку из Дайнемы, чтобы эпоксидкой намазать какую-то дырочку внутри. Это слив воды со степса мачты. Он, так я его и не сделал, защищенным как бы от влаги. Вот это что такое вылезло? На опилке я там. Я думал, таракан. Да, он там сидел и сливал воду. Откачивал ведёрко. Пам-парабам-бам-бам-бам-бам. Парабам-бам-бам-бам-бам. Таракан-то весельчак. Обычно, я показал Филиппу, как это говно. У меня на голове росло минус 100. Я всегда. Погоди. Что, на два девайса снимать на самом деле? Давай. Что-то как-то... А, ну конечно, я виновата. Спасибо, что не нам. Ну, что, вот не мог подождать, пока я подойду? Гайка. Теперь, блядь, не накручивается. Смотришь своим сатанинским глазом. Нехрест. А что это у нас тут Денчик опять делает? А ему привезли тут вот Меркурий 15. Вы не поверите. Наш подписчик, сам он с Сахалина, прошел в этом году Трансат. Нашел нас на Сен-Мартене, чтобы привезти Дэну ремонт мотор. Догнал. Снял башку с мотора. Или тебя снимать? Так, ну, вал крутится. Ага. Вал крутится.
а вот мотор не крутится. Главное, не видно, чтобы сильно было повреждено коррозией. Вроде особо ничего такого нету. Посмотрим. Мотор не крутится. Но причина, почему он не ехал на всю силу, вот в таких какашках. Чей-то, бляха, муха такой. Это грунт для твоих помидоров. Снимаешь? Да. Так а можно телефон взять, снять этому, Славе отправить? Здесь, короче, зарос выхлоп. То есть там вообще нет? Вообще нету дырки. Оно прям твердое? Ну, в смысле, не давится пальцем? Оно прям... Там сил... Смотри это. А что снимать-то? Сейчас будет как в воду падает. Фил. А что он правда такой? Весьма как будто правда с Сахалина на нем ехали. Я не знаю, что такое кривошипы, и мне ни о чем не говорят, что они на полке. Это круто, короче. Пять масла, опять. Странно, почему? Это норм даже. Это, по-моему, не масло, Филипп. Подшипник ушел. Один подшипник. Охренеть. Вот это его там приклинило вообще. Все, короче, надо брызгать. Второй день за сегодня, уже садятся вон там на мель. Сейчас вот черная лодка стоит. Прям села капитально, газовала, не смогла сняться. Дэн вон опять поехал спасать. У него утро сегодня началось с того, что он кого-то снимал с мели. Сейчас вот вечер он поехал. Жареет, отстыкнул. Да пофиг вообще, все это мелочь, суета и трэш угары. Давай я там винегрет делаю, я хочу поесть винегрет. Я это тоже в видео ставлю. Okay. Вчера случай произошел, который просто, короче, поставил самый главный вопрос. Там, знаете, ни низ еще, ни кант, никаких ни ответов, а тем более вопросов не поставили. А самый главный вопрос жизни, смерти и вообще сознания человека поставил вчера я, когда чистил катамаран. Но об этом позже. Вот этот чувак на электромоторе, он меня просто раздражает и бесит. У него там электромотор сзади, он поднят. Я один раз его видел, как он на нем едет, но третий раз я его вижу, как он гребет на весла. Я не говорю, что он сломался или заряда не хватило. Скорее всего, он знает, что заряда не хватит, поэтому он гребет на весла. И чуть что, он его... Ну, то есть, как бы, а зачем вообще тогда? То есть, теперь вопрос, а зачем? Но это не тот вопрос, который я хотел задать. Давай, у нас тут оживление мертвеца. Это что у нас был? Меркурий 15, ржавый, который к нам с Сахалина приехал, сам допердел. Я к Сандре подделал, заклинившую был. Если бы он сам приехал, то да, так бы его привезли в люлю закутанную. Окей. Тут стоит дэновский кофе, завтрак, но... Все стоит и стоит, потому что Дэн тут все утро восхищается мотором Меркури. Он прям поет ему оды. Такой, говорит, замечательный мотор. Никогда в жизни такого не видел. Я так счастлив, что он пришел мне в руки. Я могу с ним ковыряться все утро. И не пью кофе. В общем, вообще, я такого восхищения не слышала даже вообще ни в сторону ничего и никого. Вон у него гримаса счастья даже на лице. Я так счастлив, сука, блядь. Спасибо тебе большое за то, что так... Да что ты там делаешь? Какие-то пидорасы опять засунули, блядь, вот эту хуйню в трубочке, они, блядь, даже не отрегулировали, блядь. О, блядь, ну, о! Ну, там трубочки, типа, защита от воды,
была, наверное. Дерьма в мозгах. Ну хорош уже рычать. Уже вся стоянка просралась. Да что ты все время мне закрываешь? А ты мне зачем сейчас закрыл? Я что должен, блядь, как это? Через камеру делать. Ну что ты, ну дай я поснимаю, что ты тут делаешь. Как так-то, иди твою мать, блядь. Что, не спасла? Сейчас пытается ее реанимировать. Варит алюминий на лодке. Звуки страшные, конечно. Не сгорит камера. Ну и что, успех? А мы их еще и пока и не ели. Вот тут вот у нас пошли плоды. Вот они. Малипутки растут. И вот здесь. Ждем, пока созреют. Ой! Давай еще. Подождите, я сменю. О, как хорошо получается. Сейчас будет первый запуск экспериментального ремонта. Как бы еще камеру бы не уронить. Вроде стоит. Не заводил. Даже не знаю, как это прокомментировать. Это какой-то блистер из «Звездных войнов», что ли? Сейчас лазером всех пришел. И игрушки для больших мальчиков, или что это такое? Дэн такой Дэн, говорит, все, Меркури труп. Его только на муринг. И тут же пытается что-то дальше из него выжить. Сжигание проверили, и все. Что фен показывает? Ничего. Фен показывает, что мотор труп? Да. Вот это, смотрите, вот это лебедь, рак и щука. Они никогда не читали «Лебедь, рак и щука». Объясним, что этот конец все вместе должны поднять. Я уже говорил, а все поняли. Потому что они просто having fun. Никит, с той стороны! С той стороны! Никит! Объясни, что с этой стороны нельзя стоять!
Ебанутые, блядь. Пиздец. You making plug? That's crazy. We bust one side to one center, to one line. We making plug. We have to connect it over there and together pull it. Because now we're making plug. This is not enough. Yeah, if we tell him to change line to the same direction and we will pull it. So stay there. Ask him to change the line. Tell them to change the line. No, change the connect this point to the same point. And we will together pull it. Because now we're making plug. We're trying to pull the anchor. Никит, вот здесь. Да, сделай, Никит, несколько оборотов сделай. We need to wait the wave so the mast can float. Okay, we need to put the mast between. Between us? Yeah, so we can like catamaran, two engines by the sides. Okay. But a little bit out. Сенат, я кладу конфликт.